В этот вечер на молодежном проспекте в Химике говорили большей частью на английском языке. Здесь состоялась встреча активной молодежи из разных стран. Представители Греции, Малайзии, Турции и других государств Европы и Азии рассказывали россиянам об истории, географии и традициях своих стран, а некоторые элементы национальной культуры под аплодисменты собравшихся даже демонстрировали наглядно. Это входит в проект Explore Russia, то есть это не одно мероприятие, будут также мероприятия по поводу промышленности. Ну и одно из них мы решили сделать именно молодежной политикой, потому что молодежь, как мне кажется, немного мало уделяет этому времени. Я хочу, чтобы иностранцы рассказали, что действительно интересно, этим стоит заниматься. Поучаствовать в международном проекте Explore Russia, познай Россию, в Омск приехали порядка 30 иностранных волонтеров. В то же время несколько десятков молодых омичей поехали в рамках подобной социальной стажировки за границу. Основной смысл в обмене опытом, накопленным в каждой стране по самым разным сферам человеческой деятельности, от образования и культуры до промышленности и экономики. Я встретился с представителями проекта «Молодежный проспект», который вот здесь в Химике происходит. И как-то у нас зашла беседа о том, чем занимаемся мы, чем занимается руководство Химика, собственно. И мы нашли общий интерес в том, чтобы проводить здесь определенные социальные активности с привлечением волонтеров. И, в общем, мы пришли к какому-то интересному решению для нас обоих. Иностранные волонтеры пробудут в Омске еще 3 недели, до 10 сентября, поэтому у тех, кто не сумел прийти на встречу в Химик, еще будет возможность пообщаться с жителями других стран. Ближайшим мероприятием в рамках международного проекта станет фестиваль культур, который пройдет в Омской крепости 30 августа.